часто говорить про 28 августа, хотя день рождения Толстого, который 28 августа, отмечается 9 сентября. Ну, потому что после революции календарь у нас с вами поменялся. И вот родился он действительно в Ясной Поляне, в его имении, которое у нас с вами до сих пор сохранилось. У Толстого было три брата, и я должен сказать, что когда у Толстого спросили, есть ли писатель, уже когда Толстой был в очень взрослом возрасте, он уже был в 80-м году, в 90-м году, ему было уже порядка 60 лет, его спросили, есть ли писатель в России, которого он сам, да, вот из его современник, считал бы великим. Он сказал, да, есть, все думали, ну там скажет Тургенев, скажет Тютчев, Фет, Некрасов, ну, кого-то, да. Достоевский, в конце концов, с которым он очень хотел встретиться, у них не получилось встретиться. Может быть, я когда-нибудь расскажу об этом, а если не расскажу, напомните мне, я расскажу про Толстого и Достоевского взаимоотношения. Он говорит, да, действительно, есть такой писатель, к сожалению, он рано умер. Это мой старший брат. А мы с вами ничего не знаем о его брате. Мы с вами знаем о его брате, только вот есть небольшие отрывки в архивах толстовских, да, вот записей, а описание охоты. Вот брат описывает охоту. Но Толстой считал, что его брат, старший брат, является более великим писателем, чем он. Вот такая вот штука. Ну, вообще, отношение Толстого с великим, мы об этом еще с вами поговорим, когда будем говорить, почему, собственно говоря, Толстой был таким необычным персонажем в редколлегии современника. А родители Толстого повлияли на него в первую очередь тем, что они происходили из знаменитых родов. Толстой был по своему титулу граф. Чтобы вы немножко понимали уровень, да, вот у нас с вами есть цесаревич, потом есть князь царской крови, великий князь, князь царской крови, то есть это те, кто принадлежат к дому Романовых там, или Рюрикович, ну, Романовых на 19 век. Потом у нас с вами идут просто князь, вот, например, Болконский, да, в «Войне и мире», он князь. А дальше идет граф. Вот, а дальше идет барон, дальше идет еще кто-то, и потом идут дворяне. То есть дворян, ты мог быть дворянином, но не иметь, как бы, условно говоря, царского титула. Например, у Пушкина не было царского титула, потому что его предки, они происходили из бояр. Боярин тоже царский титул, но он со временем был упразднен при Петре Первом, там, после Петра Первого. И остались только те титулы, которые, в общем-то, назначал либо Петр Первый, например, граф ввел Петр Первый, если я не ошибаюсь, титул. Либо, соответственно, как бы они были где-то вот на уровне европейской монархии, то есть они как бы были понятны, чему они соответствуют в Европе. И вот у Толстого были графские корни, был граф. И Толстого очень часто показывают, особенно на каких-то фильмах, да, документальных, там, есть же видеохроника с Толстым. Толстому в этом отношении, конечно, сильно повезло, он застал фотографию. То есть его первый снимок, это 56-й год, мы с вами еще посмотрим этот снимок, где они находятся в редколлегии современника, то есть в 56-м году ему было 28 лет. Кстати, вот тоже интересное сочетание, 28-28, да. И вот в данном случае вот это вот первый снимок, дальше будет много снимков Толстым, но нужно понимать, что он не всегда был вот таким вот, знаете, как бы мужиком таким, в холщовке, в такой специально, сам шил себе одежду, сам шил сапоги, у него все получилось очень плохо, но он все сам делал, вот, да, толстовку свою одевал, вот это подпаялся своим кушаком, ходил пахать с бородой там и так далее, по несколько дней не мылся, чтобы больше походить на мужика. Но при этом он всегда в душе оставался графом, это ни в коем случае в нем не уходило. И это тоже определенного рода диалектика души. Что такое диалектика, мы об этом еще поговорим. Так вот, если мы говорим про его родителей, это Мария Николаевна Волконская, Николай Ильич, если я не ошибаюсь, Толстой, да, Ильич, у него папа Илья был. Они у нас выписаны как персонажи «Войны и мира», и Мария Волконская, разумеется, это Мария Волконская, сестра Андрея Волконского, да, вот Толстой рисует по прообразу матери, а Николай Толстой, это, конечно, Николай Ростов. И вот о своих родителях Толстой знал много, но он и не застал их живыми. Его мать умерла через полтора года после его рождения, через полтора-два года. У него как раз родилась младшая сестра, и вот в послеродовой горячке его мать умерла. А отец умер, когда Толстому было 7 лет. Они только переехали в Москву, они жили на Хамовниках, там тоже есть дом Толстого, сейчас музей. Вот музей Толстого на улице Льва Толстого,
хамовниках, кстати говоря, это имение позднее Толстого. По-моему, как раз оно было связано с его женой. А вот и имение на Плющихе, там еще один дом Толстого был, вот туда они переехали. И они там прожили недолго, умирает отец, и они возвращаются в Ясную Поляну. На ним опекунство берет тетка, по-моему, сестра отца, если не ошибаюсь. И дальше они уже переезжают в Казань и живут под Казанью. То есть до совершеннолетия, до того момента, когда он поступает в университет, они живут в основном у тетки в ее имении, она находилась под Казанью. Поэтому, собственно говоря, Казанский университет в том числе был связан именно с этим. Отец Льва Николаевича Толстого, Николай, он участвовал в войне 12-го года, попал в плен, был освобожден, да, в общем-то. Кто-то говорит, что он бежал из плена, то есть Толстой сам не часто об этом моменте говорил, но сохранилось мнение, что он считал, что отец бежал из плена. То есть как бы это тоже определенного рода действие, да, такое. И, в общем-то, после того, как Александр I умирает, и на престол входит Николай I, Николай Толстой понимает, что он не может служить в армии Николая I. Я напоминаю, что это была, да, муштра, вот это вот наказание телесное. Потом это очень хорошо будет описано в рассказе Толстого «После бал», который кажется таким, ну, вы, наверное, читаете его в классе 5, 6 или 7, а может, не читаете никогда. Ну, вот, кстати, на завтра прочитайте «После бал», если не читали. А если читали, перечитайте. Он маленький. Но написан он в 1910 году, а опубликован вообще после жизни Толстого. Ну, я сейчас примерно говорю 10-й год, потому что не очень точно понятно, когда он написан, но опубликован после смерти Толстого. И вот эта палочная муштра, она Николаю не подошла. То есть вот герой Отечественной войны, он не участвовал в декабристском восстании, но он понимает, что он не будет служить Николаю Первому. И он уходит в имение и, соответственно, дальше занимается имением, образованием детей, ну, настолько, насколько может, там, созданием библиотеки. Чем-то он напоминает, вот эта история напоминает нам историю отца Николая, кстати, тоже, Болконского, да, потому что, ну, вот, а у Андрея Болконского, у него отец, помните, живет в его имении, правда, он князь, немножко другая история. Но на самом деле дворянин имел право не служить, он имел право не работать, он мог жить на имении, потому что Екатерина Великая, которая дала вольность дворянству, она сказала о том, что если ты занимаешься своим имением, если делаешь так, что твое поместье процветает, если ты заботишься о своих крестьянах, то ты тем самым заботишься и о стране. Ну, в общем-то, это, ну, правильно. Сейчас там, да, как бы сравнить там, ну, представьте район какой-нибудь там. И вот там у него, у этого района есть там, условно говоря, мэр, да, район, глава района, который заботится о своем районе. Вот район — это его родовое поместье. Вот до него это, его этот район держали там, не знаю, 300-400 лет его предки. И вот он заботится о своем районе, потому что он понимает, что это его зона ответственности. Вот это вот, как бы, да, то, как происходило. Не нужно полагать, что до 61 года, 1861 года, до отмены крепостного права, все крестьяне были как бы такие вот бесправные и так далее. Ну и к ним относились очень плохо. Это не так. Дворяне, настоящие дворяне, родовитые дворяне, да, ну, сложно представить себе, что Пушкин или там кто-то из его родственников, там, не знаю, издевается над крестьянами, там, да, как бы там наказывает их, там, насилует, ну, не грабит, там, предает телесным наказаниям, там, и так далее. Очень сложно это себе представить. Потому что это люди были, которые несли за собой имя, честь рода. В основном вот эти вот все жестокости, которые описываются о крестьянском бесправии, в основном, по большей массе, это были либо люди, да, психически неравновешенные, как, например, отец Некрасова, либо это были люди, которые, ну вот, получили титул, получили поместье уже при Екатерине, при Екатерине, конечно, екатерининский вельможа, ну или при Петре. Но при Петре там еще за разум, да, а при Екатерине не всегда за разум получал поместье, мог просто понравиться императрице, быть ее фаворитом, получал как бы, а дальше уже творить. То есть это были люди, у которых там, их, словно говоря, род дворян начинался, как, про которые говорили, из грязи в князи. Да? Вот это люди, которые были вот такие же крестьяне, а потом они становились как бы такими всемогущими, они вот это свое всемогущество, вот я хочу, я делаю так, вот ты мне никогда не нравился, вот у меня в детстве был такой же, вот как ты, на тебе за это, и так далее. Да? Ну, чем-то похоже на 90-е годы того, что происходило в стране, когда вот эти вот люди, которые очень низкообразованные, очень мало эрудированные, становились там владельцами крупных предприятий. Да и в советское время тоже были такие люди. Тоже были такие люди, которые наделялись властью благодаря там
своим каким-то не интеллектуальным заслугам, да, и не преданности Отечеству, а вот чему-то еще. И потом, соответственно, вот эти люди, значит, такие вот как бы графы, князья, за которые действительно внутри ничего нет. Не все такие были, то есть были люди другие. И вот Николай Ростов действительно занимался как раз вот своим имением. Вы еще должны понимать, что Толстой, Лев Николаевич Толстой, он по своему положению, это не бедный, это не обедневший дворянский род, как, например, у Пушкина, да, у которых там, ну, и там, и в случае там с отцом, там, да, ему не очень везло, потому что тоже отец там сильно потерял, его там дед тоже, да, как бы он тоже был не самым богатым, то есть он со временем разорялся в поместье. А у Толстого были огромные земли, огромные. То есть это был человек, который входил, ну, наверное, ну, в десятку самых богатых людей. Ну, как Тургенев, да. Входил в десятку самых богатых людей. Толстой был побогаче Тургенева. Плюс у него еще был графский титул. Тургенева не было графского титула. А, и, соответственно, это, ну, это был мульти, как сейчас скажем, мульти, даже я бы сказал, был миллиардер, наверное, мультимиллиардер такой был. И вот Толстой, да, Лев Николаевич Толстой, мультимиллиардер, вот посмотрите там, что он потом делает уже после 80-х, после 90-х годов, об этом еще с вами поговорим. Ну вот, Мария Толстая, я вам сказал, да, Волконская, она, соответственно, умерла рано, и Толстой ее не помнит, но он очень всегда трепетно к ней относился. Например, незадолго до смерти Толстой описывает в дневниках, что он выходит в Ясную Поляну, и вот он идет по Ясной Поляне, он идет гуляет по парку и видит в земле такой отпечаток маленькой женской ножки. Ну, да, он как бы думает, кто же здесь прошел? Потом ему приходит в голову, может быть, это мама моя прошла? Может быть, это мама ко мне пришла? Вот отношение Толстого да, к матери, оно, конечно, было особенным. И это тоже видно в произведениях его, ну вот то, что он сохранил до конца в том числе.